Всем привет. Продолжим. Продолжим играть. Шоссей. Так. И так. То есть тут я не помню, громкость можно как-то музыку? Нельзя. Придется убавлять звук. Continue. From QuickSave. Все. Да, это тот самый. Тот самый, на котором мы закончили в прошлый раз. Сюда, не сюда. А зачем сюда? Мы же здесь уже были. Блин. Стало. Да, мы здесь были уже. Долбаная карта. Ну ладно, не так далеко. Так, сейчас нам надо вот этих вот чертей пройти, телепорт, надо вот вниз. Придется сюда пролиться. Все, левый комплит. Это мне походу сюда надо будет приехать, чтобы был левый комплит. Окей. Что здесь происходит? Вот здесь что происходит? Ага. Все. Я все понял. Это мне опять всю ложь проходить, что ли? Серьезно? Ясно. Угу. Все заново. Как же это грустно-то проходить все заново. Так, я у телепорта. Это тот самый телепорт, который меня всю жизнь спортил, да? Все правильно же? Соответственно, мне идти только налево. Да, мне идти только налево. Так. Можно было просто сохраниться в прошлый раз. Так, это нечто новое. Ага. Сохраниться было полезно бы. Окей. Так, вот так вот сохранение будет. Угу. Страшно.
Окей. Почти. Как они предлагают, чтобы я туда пропал? Все, понял. Блин, а как это сделать-то? Здесь чел нужен. Здесь нужен чел. Все, я понял. Ничего не понятно. Да что ж так сложно-то? Так вот это делается. Она здесь катается, а чел снизу собирает. О, чел. Виридиан, you got the ship to light too. Ты уже сбежал с корабля. Ну еще бы, если бы я его не искал. It's good to see you. Это хорошо, что с тобой все в порядке, профессор. А кто профессор? Кто из них профессор? Корабль окей? Он немного сломан, но Виолетта работает над починкой. Нам реально нужна твоя помощь? Возможно. А, конечно. Короче, обратная сторона нашего измерения, что ли. Хрень, короче, какая-то. Мы телепортировались в разные локации. Звучит как правильно. Вернемся на корабль тогда. После вас, капитан. Давай, после нас, так после нас. Ух, если бы это все было так просто. Вот если бы он сейчас реально взял и отправился. Почти левит комплект. Я более чем уверен, что он там 10 раз помрет, пока... Че, серьезно, что ли? Welcome back. А где капитан? Где капитан? Логично, да? Все погрустнели разом. Ага. Капитан опять занимается тем, что... Ага, ясно. Капитану было скучно, он решил еще раз... А, я понял, это да, фичу. О, это надолго. На мозгу прикольно, все равно. Это будет игры не от нечего. Курил. Почти. Очень сложно было. Как? Что ты здесь делаешь? А, все понял. Это только налево, нельзя здесь ехать прямо.
Ну, в смысле, наверх. Я думал, что наверх почему. Да что от тебя, я не могу никак привыкнуть к этому. А это тяжко. Все, понял, почти понял. Да что от тебя, после прыжка. Так, нет. Так, нет. Нет. Вот так вот, наверное. Да. Ну почти же. Блин, он летит ровно столько, сколько это перемещается. Сейчас было идеально. Надо сохраниться от греха. Так, здесь вроде как проще. Ну вроде как, да? Почти проще. А проще ли на самом деле? Может найти другой путь? Да чтоб тебе. Пойду другой путь посмотрю. Окей. Пропустил. Оно простое на самом деле. Оно лишь кажется тяжелым. Важно догнать его. Пропустил. Пропустил. Пропустил, потому что... Сохранить уже здесь, а? Говорю, оно простое на самом деле. Да, не успевает. Надо ждать в любом случае круг. Поза. Да чтоб меня, я же видел все. Зачем он меня отпустил? Сейчас лишнее было движение.
Так, окей. 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 Я с этой игрой сломаю клаву. Хотя, казалось бы, добрая игрушка. Что дальше? А, все, понял. Вырыл, сосал. Телевизор? Давайте. Дизаблинг для dimensional stability генератор мы или to instability. Ар юр ашура его здесь. Короче, можно что-то там уничтожить. Yes. Серьезно. Измерение может быть сломано. Ты реально хочешь сделать это? Да. Так, окей. Стабилизация офлайн. О. Ты меня выпустил отсюда. Так-то. О, пробежал здесь как-то. Ой, опять эти, блин, кабачки дурацкие. Которые так ненавижу вообще. Бороться с их. Почему кабачки? Потому что похоже, блин, на этот. В оригинале они были зеленого цвета и были похожи на брокколи. Почему кабачки? Черт возьми. Потому что не брокколи. Да чтоб меня и чтоб тебя. Все это моргает, бесит все. Да я просто. Да и. Чего, блин? Чего? Это бред же. О, боже мой. Нельзя останавливаться, там 5 посередине. Вы серьезно? А, боже мой. Дичь-то какая редкостная. Дичь. Нельзя в такие добрые игры играть. Так, катающаяся не портится. На ней можно кататься сколько угодно. Я бы не успел. Они одинаково катятся. Mm-hmm.
Скотина. Так. О, ты чё? Ты чё? Ты куда? Экран. Чего? Ничего не понимаю, но очень интересно, как обычно, да? Короче, только так можно было выбраться отсюда. Так, при этом у меня как-то это... Как-то мне как бы сохраниться бы, нет? А, ну окей. На очень коротком промежутке эти меняющие направления прыжки. Окей. Нет, не сюда. Секунда. Я не могу понять. Я не могу понять, как вот этот поворот сделать. Вот этот вот. Я просто не могу обогнуть его. Да прыгнешь ты, блин. Сейчас бы с плоской поверхности не прыгать. Все, понял. Можно. Еще один прыжок. Ну, прыжочек один, блин, сделай. Угу, ясно. Вот сейчас было обидно. Сейчас тоже было обидно. Рано. Десять из двадцати. Outer Space. Игра закончена. Все члены команды были спасены. Тринкетс фаунд 10. Время игры 2 часа. Ну да, 2 часа. Флипов 3200, смертей 800. Я так буду лететь? Any moment now, чё? Капитун, капитун, халло. Капитан, си-си-си-си, капитан. Вы в порядке? Я знал, что все будет в порядке. Я знал или знал? Мы так беспокоились, когда ты не пришел. Но когда ты вернулся назад... Мы нашли тебя с помощью сканеров корабля. И телепортнули обратно на корабль. Это удача. Спасибо, парни. Выглядит как это, как будто это Dimension, блин, опять забыл, как это называется, да? Измерение начинает дестабилизироваться. Мы можем остаться чуть-чуть поизучать. Но она может быть уничтожена, да. Корабль починит, так что
Мы готовы ехать домой. Что теперь, капитан? Давайте найдем путь спасти это измерение. И наше измерение в том числе. Ответ может быть здесь, где угодно. Let's go. Все. Вот такая вот игра. В ролях, ну конечно же, доктор, профессор, офицер, чиф. Еще один доктор. Два доктора. Кредиты. Или Каванах. 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 И Магнус Палсон. В общем, такая интересная игрушка. Я ее прошел. Меня это радует. Поэтому, разумеется, можно будет посмотреть еще кучу разных карт от сообщества и прочее ерунда. Возможно, я это как-нибудь сделаю. Ну, сегодня на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь. И ладно, уж не буду смотреть на это все. Вот так вот посмотрим, так, типа, как обычно в фильмах. Спасибо за игру. Действительно, хорошо, что не прекратил запись. Это группа, типа, да? Два гитариста, синтезаторщик, ударник и... Your files have been updated. Все. На этом точно все. Всем пока.